Привет! Добро пожаловать на канал MyLaOpt. Я хочу сделать вам обзор красителя пищевого красного цвета 10 мл, а поставщик Индия. Если вы варите мыло нескольких слоев и вы хотите, чтобы оно было прозрачным, но в то же время красивого цвета, тогда этот краситель как раз для вас. Его можно добавлять даже в детскую косметику, так как он не вызывает аллергии и раздражения. Например, в детское мыло или в детский шампунь. Он будет ярким, красивым, а со временем этот цвет не будет тускнеть. Как был красивым, так он и останется. А еще плюс этого красителя в том, что он концентрированный, поэтому достаточно несколько капелек, чтобы ваше изделие было цветным и ярким. А значит, он экономичный, а это большой плюс. Его можно использовать также в бомбочке для ванны, особенно если вам необходимы сочные цвета, насыщенные тона, тогда этот краситель для вас. Естественно, он не токсичный, как я уже говорила, он не вызывает аллергии. У нас он упакован в такую вот баночку пластмассовую, хорошо закрученную. Краситель не разольется. Вот такой он, красного цвета, жидкий. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться. Хорошего вам настроения!